Всем привет! У меня заказ от Ифраше. Сделала на сайте, когда была скидка минус 2000 от 5, по-моему. До сих пор должно действовать, если не ошибаюсь. В общем, не знаю. На сайт можно пройти у них и посмотреть. Либо рассылка мне вот приходила. Сумка. Вторая у меня такая сумка. Одну я уже показывала. Отличная, классная. Это в подарок шла. Это молния. Красивая. Ничего не распаковывала. Давайте вместе смотреть. Вот такой крем для умывания. У меня был подобный из предыдущей серии. Мне, кстати, очень понравился. Он очень хорошо снимает макияж. Мягко так деликатно умывает. Не растирает. Дезодорант 48 часов. Антиперспирант. С розовой крышечкой. Ромашка из Британии. Не пробовала еще. Крем ромашковый. Пюр Камомиль. 125 миллилитров для лица и тела. Полотенчики, видимо, с наборами были. Ну, хорошие такие салфеточки. Вот эта вот сумочка на добивку. Шоппер, да, тоже показывала ее в предыдущем. Косметичка, смотрю, тоже из какого-то набора. Наверное, ромашковые кремы там были. Такая вот косметичка. Симпатичная, беленькая. Наверное, из-за нее я набор-то и взяла. Ой, там какой-то черный волос. Не мое. Вот такая вот. В общем, она с блестками. С рюлексом как будто. Видно, не видно, не знаю. Как бочоночек закрывается. Такие у нее два замочка. Так, ветер как бы не улетела. Наверное, там были вот крем с ромашкой и вот такой крем с календулой. Что он делает? Для всех типов кожи регенерирующий день и ночь. Далее, вот такие вот гели с оливой. Ну все, наборчики я тут брала, наборчики. Тоже подарок, наверное. Молочко для тела вез и гречиха. Такую штучку не пробовала, решила взять. Твердый кондиционер для волос с цветочными маслами био для всех типов волос. После мытья шампунем нанесите кондиционер, помассируйте. Как мыло, очень удобно. Мыло малина и мята, классное. Гель для душа концентрированный, ракитник. Путешествие удобно брать. Мыло ракитник. Еще одно полотенчико. Косметичка термо. Вот в таком варианте. То есть там она фольгированная, как я понимаю. Да. Класс. Так, это у меня тени от Oriflame. Предыдущий мой обзор будет об этом заказе. И браслетик с опалами. Тоже о нем рассказывала в предыдущем обзоре на Oriflame. Подарок от мужа на опаловую свадьбу. Такие, кстати, были пробнички. Я очень рада им. Три водички тоже в подарок дали. Сейчас мы их с вами, наверное, протестируем. Мне самое интересное. Sense Botanics. Wonders Positives. С чем? Аква, водный парфюм. В общем, лимон с лимоном. Этот у нас Calm Absolue. Тот Energizer. Этот Relaxant. С чем? С лавандой. На лавандовое поле мы тоже тут недавно ездили, влог будет, очень понравилось. У нас есть в Нижегородской области и Tenders Instance Comforting, то есть комфортный парфюм с нероли, правильно, наверное, сказать, нероли, лимон и вот лаванда. Дальше еще пробничек положили, вот такой лифтинг ночной.
что удивительно. Коробочки взяла тоже, еще пусть будут, тоже они в подарок шли с наборами. И вот такая вот железная, ну все видели, вот такую вот железную. У меня их уже 500 штук, наверное. Не 500, конечно, но штук 10, я не знаю, может быть и есть. Хотя, может и нет, не помню сколько. Так, следующее. Тоже в наборе был вот такой шампунь с ромашкой для всех типов волос. Нежность. Тоже люблю такие твердые у них форматы. Очень нравится. И вот такой крем решила взять, восстанавливающий для лица, тела и рук с питательными веществами. Яблок био, не поверите, я им мажу на ночь под глаза. Это у меня крем вокруг глаз ночной. Почему? Потому что почему-то у меня прям на многие кремы вокруг глаз идет какая-то аллергия непонятная. Ну, не на все, конечно. Вот последний я пользовалась, по-моему, ночной от Pierre Rico. Видимо, на какой-то ингредиент. Мне показалось, что именно на него. И я его, короче, отставила и стала пользоваться вот этим. Аллергия прошла. И так продолжаю этим пользоваться. Он очень такой плотный. Мне нравятся именно плотные для моей кожи вокруг глаз, сухой. Я так похлопывающими движениями его так пытаюсь впитать, да, в кожу. Но не прям вот как масочку его кладу, в общем. И на ночь, и вообще замечательно. Мне прям нравится. Вот, объем хороший. Еще один вижу пробник сыворотки. И вот такой вот кремик кокосовый. А еще вижу еще один твердый дезодорант. Всем моим девочкам понравился этот дезодорант. Поэтому взяла один запас. У меня прям все расхватали с удовольствием. И пишут только хорошие отзывы. Вот. Ну, говорит, не знаю, насколько хватит. Говорит, посмотрим. Если будет хватать надолго, то действительно тогда он и экономичный выходит. И еще и натуральный. Да? Вот. Такая была коробка. Сейчас все улетит. Да, протестировать парфюмчики, наверное, сейчас протестируем, буду открывать. Так, все, что не разлетелось, осталось. Такая коробочка большая. Что скажу про парфюмы, про туалетные водички, они меня прям порадовали. Первая, значит, лаванда я нанесла. Очень нежная, такая натуралистичная, но прям, знаете, не химозная. Вот они все не химозные. Такая свеженькая, не вырвиглазная, не как таблетка от моли, да, или что-то еще, вот, освежитель воздуха. Нет, это сделано именно как туалетная вода. То есть она как будто, как сказать, прям вот в какой-то водной базе растворена, но я не знаю, как это сказать. А, как настоечка, вот, настоена, как будто в такой прям красивой водной базе, да. Мне понравилось. Напоминает что-то? Ну, вот из этих туалетных водичек, которые у них называются свежими, да, где там у них роза, что там у них еще есть, зеленый чай, вербена. Вот что-то из этой серии, прям такое эко, натуралистичное. Но мне вот лучше они зашли, вот эти вот, потому что у тех они как-то, вот знаете, немножко вот прям душноваты. У них база какая-то прям вот не водная, а как будто вот на такой, на другой базе. В общем, не на воде, не водные они, а они какие-то вот, не знаю, прям цветочные, жасминовые, может, какие-то базы у них. Не знаю, как сказать, но вот это вот классное. Да, ко мне оса все пристает. Следующие нероли. Девчонки, вот это, да, по-моему, да, нероли. Вообще классные. Вот вы знаете, очень похоже. У них был парфюм нероли. Очень похоже. Кто плакался, что убрали нероли, вот это один в один. Это просто тот аромат, я прям его вспомнила. Потому что один в один практически. Красивая нероли, что могу сказать? Вообще обалденная. Следующий лимон. Сладкий лимон. Кто любит?
Ой, лимонад, сладкий лимонад такой лимонный. Не душный, не химозный, не освежитель воздуха, а именно как парфюмы они ощущаются. Очень похожи на туалетные водички Моно, которые из люкса дорогие. Кто у нас там их делал? Дольче Габбана? Нет. Я не помню. Розы там тоже, у них моноароматы, да, такие вот. Вот прям вот очень похожи, я бы сказала, прям на уровне вот этого люкса. Что те они нестойкие, эти насчет этих пока не скажу, что они нестойкие. Пока они держатся замечательно, уже вот 5 минут. Уж сколько продержатся, я не знаю. Класс, лаванда классная. Ой, а как лимон раскрывается, какой же он сладкий, вкусный, позитивный. Как будто засахаренный, лимонадный, пузырьковый. Очень лимон понравился, лучше, чем даже лаванда. Лимон вообще обалденный, но и нероли, вот кто любит нероли, это прям тоже шикарные нероли. Ну все, я в шоке, я вообще поражена, я не думала, что они такие хорошие. Для меня в первую очередь, ну я не знаю даже, все понравились. Как в первую, вторую, третью, все понравились. Все классные для разных каких-то случаев. Ну, нероли можно даже на вечер. Вполне себе. Лимончик такой позитивный вообще. Ну, тоже куда-то пойти. Но не на вечер, а на день. Лаванда вообще, ну, на лето очень хорошо будет, на весну. Не знаю. В общем, для каждого, мне кажется, каждый себе найдет здесь прекрасный аромат свой. Поэтому я однозначно буду стараться их брать. Порадовали Фраше, молодцы. Спасибо большое. Вообще классные, классные. Что-то, знаете, необычное, что-то другое. Вот если, например, другие бренды, да, делают ароматы, ну, блин, у них все какое-то одно и то же. Все какое-то вот что-то напоминает. Что-то ты где-то было, что-то где-то ты уже слышала. А это просто вот что-то другое, интересное. И именно ароматы природы, то, что действительно можно передать что-то природное, что-то вот такое красивое, да, вот они передали именно природное, что-то красивое, очень такое не взрывающееся, такое элегантное, вообще хороший аромат. Лаванда, горная лаванда, потрясающе. А лимон еще круче раскрывается. Как мы видели, от лимона я тащусь, честно. Лимон вообще в первую очередь буду брать. Такой позитивный, классный. Сладкого лимона я давно не слышала. Ну, цитрус, цитрус везде. А это такой лимон, такой засахаренный. Вкусняшка. Всем спасибо, девчонки, за мой просмотр, за лайки, комментарии и подписки. Я есть на Дзене. Стараюсь туда дублировать. На Рутуб тоже есть, но меня никто там не мотивирует, никто не подписывается. Поэтому я, наверное, не буду туда дублировать. Не знаю, посмотрим, как по настроению, да? Как бы канал создала, но подписчиков нет. Думаю, зачем тогда я буду тратить свое личное время для нуля подписчиков? Главное, просмотр есть, но не подписывается. Не, мне так не устраивает, поэтому я туда тогда дублировать не буду. YouTube у меня, кстати, нормально пошел вроде как. Сначала был так не очень. Сейчас он на телевизоре не показывает, конечно. А вот мобильный по МТС или Wi-Fi вроде бы ничего. Ладно, посмотрим, что будет. Не будем загадывать. А так есть на Дзен, пожалуйста. Да, в телеграм-канале я тоже в первую очередь все показываю. Всем спасибо. Всем пока.